Еще немного международных новостей. У британского министерства по выходу из Евросоюза через 10 недель после референдума появился аккаунт в Твиттере. Пользователи интернета встретили эту страницу недружелюбно, тем более, что ранее утверждалось, будто ответственным за Брексит чиновникам не хватило офисных помещений. Им приходится собираться для обсуждения в кафе Starbucks. Наконец-то узнали пароль от Wi-Fi в Starbucks. Удали свой аккаунт. Работа ответственного за Брексит, возможно, самая тяжелая. Большинство жителей Шотландии, однако, выступают за сохранение региона в составе Великобритании, сообщает опрос. Вот 54% шотландцев выступили за сохранение страны в составе Соединенного Королевства, а 46% выступили за независимость региона. Те, кто выступают за сохранение единства Британии, полагают, что Шотландия получит больше экономических выгод, если останется.